Бисмиллах, альхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулиллах. Всевышний Аллах сказал в Коране: «Удъуни астаджиб лякум» – «Взывайте ко мне, и я отвечу вам». Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи салям, был лучшим из тех, кто взывает к Аллаху. Он знал, как открываются небесные врата. Поэтому сегодня мне хотелось бы научить тебя одной мольбе, одной дуа, которой можно попросить у Аллаха практически все. Просто все. Передается в хадисе, который считает хорошим Ибн Хаджар аль-Аскаляни, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи салям, обращался этой дуа после каждого намаза. Обращался к Аллаху посредством этого дуа после каждого намаза. Это дуа: «Аллахумма аслих лана динана лази хуа исмату амрина, ва аслих лана дуньяна лати фиха маашуна, ва аслих лана ахиратана лати илайха маадуна, ва джаалил хаята зиядатан лана фи кулли хайр, ва джаалил маута рахатан лана мин кулли шар». В этой дуа Аллах, пророк, саллиллаху алейхи салям, обращаясь к Аллаху, говорил: «О Аллах, аслих лана, Аллахумма, о Аллах, аслих лана динана лази хуа исмату амрина, о Аллах, исправь нашу религию, которая является основой наших дел, основой всех наших дел». Исма, в арабском языке слово исма означает у кружки, то есть ручку, за которой держится вся остальная кружка. Также исма говорят вещь, которую покрывают посуду, защищая от мух и от вредоносных насекомых. Также говорят асима, столица — это где сконцентрированы все финансы, все средства, все умы и так далее. То есть смотрите, слово «исма», о Аллах, исправь нашу религию, нам нашу религию, которая является основой, которая охраняет все наше остальное, все наши остальные дела, которая является самой главной частью, в которой сконцентрировано все наше благо. О Аллах, исправь нашу религию. Субханаллах, имеется в виду, исправь все наше дополнительное поклонение, обязательное поклонение, сделай нас предрасположенными к поклонению Тебе, получающими сладость от поклонения Тебе, получающими исламские знания и так далее. Вся религия, исправь нам нашу религию, которая является основой всех наших дел. Ва аслих лана дуньяна лати фиха маашуна. Мусульманин, религиозный человек, он не желает только загробной жизни и все. Он желает жить и выше в этой жизни. Альхамдулилля, быть богатым, быть успешным. И поэтому мы просим у Аллаха: о Аллах, исправь нам нашу мирскую жизнь, в которой мы живем. То есть исправь наш бизнес, наше положение, дай нам праведную жену, дай нам праведного мужа. То есть человек каждый просит, чтобы праведных детей, дай нам полезные знания и так далее. Все, что касается нашей религии, исправь нам нашу мирскую жизнь, в которой мы живем. «Ва аслих лана ахиратана лати илайха маадуна». «О Аллах, исправь нам будущую жизнь, в которую нам предстоит вернуться». То есть исправь нам что? Дай нам праведную смерть. Сделай, чтобы мы ответили в могиле ангелам правильные ответы. Сделай, чтобы мы прошли мост сират, чтобы попали в рай. Все просто то, что касается будущей жизни. «О Аллах, исправь нам и сделай нам на это наилучшим, наилучшим для нас». «Ваджаали л-хаята зиядатан лана фи кулли хайр». «О Аллах, сделай нам мирскую жизнь прибавлением фи кулли хайр». То есть в каждом благе, которое можно только получить в этой жизни, сделай нам в нем удел. Дай нам в нем удел. «Ваджаали л-маута рахатан лана ми кулли шар». «О Аллах, сделай нам смерть отдохновением от всякого зла». Субханаллах, посредством этой дуа можно попросить у Аллаха практически все. Все, что только желается человеку, обращайся почаще к Аллаху с этими мольбами.